Стали известны новые подробности смертельного ДТП с участием 4 машин. Напомним, 29 ноября в 12 часов дня на трассе в Лямберском районе погиб 53-летний мужчина. По информации госавтоинспекции, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом, после чего иномарка задела еще две фуры. Да, он последний, потом его опять отнимать, его открыть, как мне, и уже его открыть, его открыть, да. Жертвами ДТП становятся не только взрослые, но и подростки, и дети. Так, около 5 часов вечера на перекрестке Коммунистической и Льва Толстого в Саранске 33-летний мужчина на «Ладе Приоре», поворачивая на зебре, наехал на 17-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Я ее просто не заметил. Не видели, да? Видел, да, ее просто почему-то не заметил. Вы поворачивали, получается, да, и она резко появилась перед вами. Я услышу только. Кого-то задел. А вот трагедия в Краснослободском районе закончилась для 13-летнего мальчика смертью. В половине первого ночи он ехал в качестве пассажира в ВАЗе 14-й модели, за рулем которой был пьяный 21-летний молодой человек. На высокой скорости, не справившись с управлением, водитель слетел в кювет. В результате ребенок оказался в реанимационном отделении, где наутро скончался от полученных травм. В отношении водителя был составлен административный материал за управление транспортным средством без регистрационных документов, отсутствие документов на управление автомобилем, наличие неисправностей, а также за управление транспортным средством без страховки. Кроме того, на данного водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В избежание несчастных случаев сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия. Одна из таких акций прошла 29 ноября в 32-м детском саду Саранска. Малышам напомнили о правилах дорожного движения, о том, как вести себя в экстренной ситуации на дороге, и напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы на своей одежде. Кроме того, дошкольников познакомили с устройством патрульного автомобиля и рассказали, как несут свою службу дорожные полицейские. Безопасному поведению на дороге инспекторы учили наглядно. Переходим проезжую часть. Переходим потихонечку. Вот только так, таким образом, нужно переходить в проезжую часть. Кроме того, дети пообщались и с автолюбителями, и пешеходами, подарили им свои рисунки и лишний раз напомнили, что и тем, и другим нужно соблюдать ПДД. Ведь всех их каждый день ждут дома живыми и здоровыми. Соблюдайте правила дорожного движения! Екатерина Шоукурова, программа «Происшествия».